Ну что ж, немножко прогуляемся дома по этому Нью-Йорку разрушенному со времен Крайста Второго. Тут же. Хотя. Почти что. Чуть-чуть. Так, ну что ж, начинается новая миссия. Это Клэр, региональный командир Нью-Йорка. Она не солдат, большую часть командиров мы потеряли, но она отлично справляется. А теперь ты, значит, готов подчиняться? Ты знаешь, на этот раз все по-другому. Ну да. Люди меняются, хватит, да, псих, ты прав. А, черт, она заставила меня поклясться, что я никому не скажу. Формально я же держу слово, так? Ну ладно, псих, ладно. Так, что у нас там новые данные какие-то загружены? Анализ энергетической подписи. Анализ пассивной энергии внутри купола. Анализ завершен. Цепское происхождение неизвестно. Развернуть неизвестно. Так, базовые параметры совпадают с ранее встреченными компонентами и технологиями, но и модуляция не совпадает на 100% ни с одной из известных систем цифр. Модуляция энергии на 100% совпадает с системой СЭЛ. Гипотеза. Мощный цепский энергетический объект приспособлен под нужды СЭЛ. Точность 93,5%. Дополнительная гипотеза. Энергия перемодулирована только для доступа СЭЛ. Точность 75%. И 9,9. Птичка энергии отвечает. Че пропустили? Это ускоренный рост растений, точность 99%, можно сказать. Утечка свидетельствует о нестабильном процессе модуляции, точность 98,4%. Анализ риска очень высокий, параметры угрозы, глобальная угроза умирания. Хм. Понятно. О чем они там читали, они очень, я точно помню. А, сейчас нам дадут, в общем-то, первую возможность прокачать костюма, которая, по-моему, была добавлена в край седла. Надеюсь, конечно, не по-другому это. Скородерни. Экспериментальные нанотехнологии. Да промодернизируемся. Здесь, конечно, да, по-другому все сделано, не так, как в край седла. Так-то. Но здесь, конечно, вот. Посмотрим, вот так-то. Можно свой сей построить. Прокачать все, что тебе необходимо. Возьмите прокачан, что ли, все это? Может... Так, это я прокачал так-то. Поправка, ослабление действия пули на 50%. Так, повреждение, уменьшение. Сильная маскировка. О, так, конечно, пригодится, думали. Ходили три модули нужно, да? Здесь только один. Здесь только один. Модернизация сенсора. Быстрее взлом. Так, это легкая броня. Хотя бы, конечно, покопил лучше, чем прокачивал что-нибудь. Ладно, прокачаем вот этот. Да. Пригодится, думаю. Потом прокачаем сильную маскировку. Ну да, дальше будем прокачивать уже. Так, это наборы. Ну, это, наверное, возможно, наборы, которые... Загрузка. А, сохранение. Загрузка. Как тебе, наверное, наборы сохранились, наверное, со времен прошлого прохождения, возможно, я точно не помню. Ну, ладно. Но, надеюсь, оно того стоит. Да не волнуйся, все нормально. Все просто круто. А вот сейчас, конечно, будет. Ладно, идем дальше. О. Как, ну конечно, вот круто. Купол свободы. Добро пожаловать в джунгли. Это сайт Ярд, Пенсильванский вокзал Нью-Йорк. 8.05, 29 ноября 2047 года. Да, красиво. Солнышко светит. Много изменилось. Вот как все начиналось. Люди шли в СЭЛ ради дешевой энергии. СЭЛ генерировали ее бесплатно. А это у них... О! Скоро они стали монополией, и счета начали расти. У людей не осталось ничего, кроме долгов.
Сэл выгнала их из домов и загнала в добровольческие лагеря. Это было рабство. Сканировали сектора А1-Дельта-6. Так-то у нас, по-моему, мины, если не ошибаюсь. Что-то с травами, конечно, немножко локация. Не очень, конечно, работает. Осторожно, минное поле. Сэл использует хитрые штуки. Взрыв только при появлении неавторизированных объектов. То есть нас. Проверь нановизор. Используй костюм, чтобы подключиться к минам. Так. Отключи. Давай взломаем. Отлично. Этого должно быть достаточно. Пойдем. Должно быть достаточно. Только на кого, интересно, не эти мины реагируют. Помните, Терминатор смотрел, пятый или четвертый? Там мины реагировали на всякие жестянки. Например, тоже Терминаторы. Потом на главный герой, в общем, того фильма, почти одного из главных героев. Не помню, кого звали точно там, но он прошел как раз мимо по этому минному полю. Не, в общем, сработала эта мина. А? В чем дело? Ничего, просто скачок напряжения. Так, а что не могу-то? Сорить-то. Странно. Что-то как спешилиться на цифру, может я... какую-то информацию, наверное, насчет... боец, где боец-то? Грабитель. Нет, не то. Страж. Крикун. О, Крикун, наверное, информация крик мне, наверное, появилась. Крикун, караульник, робот цифр, очень крупный, плазменная пушка, отслеживание. Крикун, тяжело бронированная, ходячая единица цифров, выступающая обычно в роли тяжелого танка. Этот цифр поражен двумя тяжелыми плазменными пушками и мощным генератором эми-криков, который снимает нам энергию, может снимать. Смотря на небольшой радиус действия, крики весьма эффективны против широкого спектра системы и служат первыми признаком опасно изменчивой природы цифров второй стадии. Тут, в общем, как раз бывший наш враг в второй части. Крикун назвали его. Сканирование сектора 1-Дельта-7. Ну, идем, что ли? Конечно, что-то мне... не знаю, что такое. Ну это да, правильно, про что-то не подумал так, в общем-то, издеваться над психом. Над его проблемой-то. Над его комплексом. Отсутствие костюма. Все-таки неправильно по-своему действует. Не высовывайся! Ты как? Ничего нет. Вот, знак смерти. Если оно тебя заметит, тебе конец. Назад, давай назад! Чтобы они не нашли, сейчас она мертва. Далеко до 34-й стрит? Пара километров. Сначала нужно обойти огневой мешок. Нет, Сэл приближаются. Нет времени идти в обход. Радиус поражения и скорость огня в пределах допустимого. Прорвемся здесь. Слышали, сволочи? Да я вас всех порву, да? Идите сюда! Я вас укрою!
коснулся крыши, эти стволы тебя разорвут. А, картинка сложилась? Они отобрали мой нанокостюм, пророк. Человек, знаешь, что я принес в жертву, чтобы остановить цепов? Как мне это вернуть? Черт. Итак, каков твой план? Поддержка. Опознание и уничтожение целей. Разведка. Все самое веселое в тебе. Что-то меня не знаю. Ты не тот псих, которого я знал. Все меняется. Анализ купола свободы. Анализ защиты купола свободы, получение данных из всех источников, анализ завершен. Обзор оснащения сети связанных башен, 360 градусные крупнокалиберные тяжелые автоматические пушки с отдельной системой наведения. Широкая область охвата целей и область поражения. Эффективность. Поражение человеческих бойцов очень высокая. Поражение нечеловеческих бойцов очень высокая. Поражение цели порог среднее. Я буду называть локации, которые вижу. Например, это в секторе 1 Дельта 0. Это потенциально... Так, погоди-ка. Локации для запаса оружия. Так. Башня 3, Дельта 3, наша основная цель. Как только доберешься, мы вырубим этого ублюдка. Сектор 1, Дельта 3. Нормально. О, так. Сектор 1, Дельта 0. Сектор 1, Дельта 2. Что-то вижу. Лежи тихо и не лезь под башню. Я думал, это ежу, понятно. Да, легко сказать, чем сделать. Да. Не знаю, из-за травы с башу хочется бегать. Так, ладно. Нам сейчас будет добраться до этих трех точек. Четырех. Четыре точки. Поверьте, вам это взрывчатку, что ли, там оружие должно быть храниться, по-моему, если Опс. Ладно. Так. Ох, тихо-тихо. Валим отсюда.
конечно, не очень хорошо, хорошо работает все. Очень сильно. Ай, да уж. Бежим, бежим. Цели нужно подобраться тихо, босс. Приоритет сектор 1 для КТ. Сильный противник. Ой-ой-ой, наш курс нашалит очень сильно. Так, бежим, бежим. По-моему, даже оружия нигде нету. По-моему, где здесь мы найдем это оружие. Вот цеху как раз возьмем его. Продолжаем, в общем, проходить игру Crysis 3. Так, немножко я прорвался. Точнее, мы эту башню уничтожили при помощи цеховского оружия. Так, возьмите мне этот вольт, УК-вольт. Во. Круто. Взорвали, в общем, полностью эту башню. Пришлось, конечно, немножко побегать, но это... Сообщите, где находитесь. Надо объединиться. Вас понял. Так. Вот как с минным полем, придется через него проходить, как раз, чтобы добраться до психа. Ну да, цеф тут явно убил. Кто-то их убил, в общем-то. И у них оружие осталось. В это время, как в первом крайсе, в первом крайсе можно было использовать, в общем-то, оружие цефов. Только же на одно всего было. Один вид. Здесь, конечно, много больше. Здесь можно будет не попользоваться, таким образом порог имеет возможность с них пострелять. Так. Ломал какую-то. Минное поле. Отлично. Теперь можно спокойно пройти по этим минам. Не опасайся. Прямо как раз эти щупальца, которые были в Нью-Йорке, так, Крейси 2. Они так остались, поэтому ржавеют после неудачной атаки цевов. Надеюсь, я не взорвусь. Хотя, по-моему, взломал так-то. Да, все нормально. Сейчас, по-моему, селцы появятся. Снова. Да уж, какие-то вагоны ржавые. Было же железнодорожное депо, видимо, это у нас. Нью-Йорк весь проржавел. Так, отлично. Пополнили. Немножко игру перезапустил, конечно, сейчас получше, мне кажется, даже все-таки получше немного записывается. Сохранение. Так, еще немножко нам надо, возможно, попользоваться электромагнитными всякими стрелами, которые попадаешь в воду, когда ими они там бьют током. Кстати, точка, как точнее назвать лучше? Электрическими стрелами. О. Быстро. Переключаемся на. Вот и все. Эти электрострелы могут подсветить большую территорию. Опробуй их на том озере. Понятно, спасибо, Барок. Так, погоди, там еще стрелы, есть не патроны. Поэтому, наверное, не попаду, мне кажется. Не успею. Попал. Успел попасть. Тихо, кто там был, что ли? А, черт, вот он. Сверху-то.
Сколько у меня стрел уже имеется? Так, давай. Нацелься. Сейчас мы его снимем. Точно в цель, точно ему прямо. Брюхо ему. Вот как раз, да, электрические стрелы очень... электрические стрелы, блин, очень полезны. Потому что они, в общем, если попасть в озеро, они, в общем, быстро поджарят того, кто находится в этом озере. В воде вот эти. Ладно, идем дальше. По-моему, никого пока что нет, так что... О! Лягушки! Какушки! Прыгаем! Попрыгаем! Лягушкам прыгаем! Оу! Обожал в первом крае, если прыгать за лягушками. Там, не помню, лягушки, конечно, не такие были. Прямо уж графонистые. Готов. Протокол безопасности выполняется. Лягушки у нас прыгают. Мошки всякие летают. Край с первого был, в общем-то. Там полно было живности. Здесь, конечно, вот можно оленей даже убить. Было, значит, в самом начале миссии. А где эта стрела? Я подобрал ее хотя бы. Надеюсь, что подобрал, потому что. Немножко шкачет FPS у меня. Ладно, идем дальше быстренько двигаться будем, это. Я как-то не заметил. Мэрик, я даже не успел заметить, мне слава богу. Так, тихо-тихо. Тормоз... Немножко тормознул что-то. Это стрела. Так, может забрать бы с них стрелу, а то. Кто мне там спалил? Внимание, пророк! Подкрепление СЭЛ уже в пути. А, отлично просто. Ага, вижу его. Весело. Спустили прямо ко мне, в общем, свое подкрепление, да? Матрик, спустили. Двоих, что ли, только? Тихо, немножко тормозит, конечно, ну ладно. Призыв все проверил, конечно, но... Лучше при записи. Когда в общем на видео посмотрел, то более-менее получше, чем сейчас. Хотя более-менее, конечно, иногда нормально работает. Трава, слишком много травы. Из-за этого нет травы, немножко глючит. Из-за этого меня слишком глючит. Погоди, а если я поджарю сейчас? Мы тебя поджарим. Обожает жарить. А, курочка гриль получилась. В испанском соусе. Внимание! Сброс оружия СЭЛ рядом с вами. Ага, сюда должен идти. Мне туда как раз нужно было идти-то. Но я стрелы хочу подобрать. Там я, наверное, подав не подобрал. Ну ладно. Найдем еще. Я так прям уж экономно буду, конечно. Ладно, ой, что это зря спустился. Башня там уничтожена. Уровень угрозы повышен. Ладно, идем к тому месту. О, стрекоза пролетела. Отлично. Так, кое-что мы до псих почти добрались. Погоди, что там? Скинули тут. А, там уж что-то было скинуто. Погоди, можешь сходить мне все-таки? Туда-то. Затем скинутым, в общем-то. По-моему, там что-то есть, по-моему. Патроны, возможно. А, вот как раз-то. Капсула. Там один, в общем-то, охраняет, целуется. Отлично, готово. Готово. Взломаем, ладно. Отлично.
Что ж там у нас лежит? Ящик для прокачки. А, точно же, ящики для прокачки. Такие вот на местах. Что у вас? Так, ну, у меня все лишь один. Мне, конечно, подкопить на эту маскировку, чтобы боль дольше держалась. Тогда было полезно это. Я думаю, как раз стоит прокачать. Мне просто не хватает еще двух модулей. Я думаю, буду искать их, чтобы прокачать, вот, в общем, такая маскировка. Ладно, идем дальше. Нужно его сейчас к психу, там, по-моему, псих нас ждет. Около хода в канализацию какую-то, если не ошибаюсь. Хотя, возможно, нет. А вот он. Хотя, пророк говорил, как бы лук ему не понравился, нет, не нравится, дойди. Более-менее неплохо. Лук, не бог работает. Ну да, на больших актах пространства, конечно, вот. Бро мне не очень-то идет. Пусть, конечно, идет, но вот закрытых она получше. Кастов в качестве пейса. Так, мы что, ждем? Эй! Чё? Как ты нашел этот ствол? Это не важно. Надеюсь, ты знаешь, чем имеешь дело. Давай, пройдем сквозь туннели в депо. Идем, идем. Я с тобой, псих. Ну да, конечно, странно, что воспользоваться столом. Ну, по-моему, столом смог воспользоваться инопланетным еще и в Крайсе первом. Показал. Потерпи, я почти на месте. Давай, спускайся. Молодец, красавчик. Уважаю тебя за это. Что так кроме хорошо спустился. Так, тихо. Водичка. Ладно, идем. Так. Погоди, а что туда идет-то? Проход куда? А, это тупик. Ты знаешь, это важно. О тебе и о костюме много говорят. Инопланетные модификации, эти видения. Люди даже не уверены, что или кто ты теперь такой. Во что ты веришь? Я здесь, так? Значит, ты веришь, да? Так и рассказал. Я здесь, значит, я тебе верю, да? Ну, понятно. Окей, давайте потише. Мы приближаемся к патрулям Сэл. Хотя изначально в первом крайсе он в него не верил. Все вызвало сомнение, в общем, что он как бы неправда говорит и... Как, короче, в том моменте, в котором вспомнил наш друг. Пророк. В самом начале... Это красота миссии. И по-моему вот так. А че? Кто шумит-то? Я помню, шумлю. Или ты я, или он, псих. Не шуми, гибрид. Нужно обойти. Ну, снова полез вот наверх обязательно, да? Опс. Как думаешь, слышали? Хрен знает. А сам говорит мне не шуми, а он при этом сам нашумел. Лестница упала, почти часть лестницы. Ну да, не думаю, тоже. Чуть-чуть вот упала. И здесь все же все разваливается-то, что здесь подумать-то. Так, а можно открыть эту дверь? Давайте здесь, в общем, такой. Что за? Ох, Марика. Я дверь, видимо, зря открыл, да? А-а-а, турель здесь у нас. Нас турель быстро разобраться. Взрывными, в общем-то, ее. О, так.
пора менять позицию. Сейчас они придут сюда и будут, в общем-то, меня искать там, откуда я стрелял. Так, они как раз идут. Блин, я кончу эти электромагнитные. Точнее, электрические. Да, точно, это, я так, в общем-то, понял, что они пойдут в ту позицию, в которой я был. Блин. Зря, конечно, этот и стрельнул. Наверное, зря. Ну да, они там засели. По водичке-то не мог понять, что здесь нахожусь. Черт, еще мог сейчас. Ну-ка, они сейчас снимут меня. Нет, энергии не сняли, слабо, я отошел. А то мне сюда они кинули электромагнитную гранату. Готово. Готово. Кто здесь еще есть? Да? А, вот он. Отлично. Ну да, сейчас нормально показывает квеста. Иногда бывает нормально показывать. Откуда там стреляют, вообще, честно? Сверху, что ли, стреляют? Так понимаю. Блин, энергия быстро кончается, слишком я быстро бегу. Собрал просто стрелы, ошиба. А то не хочется мне их терять. Сейчас нормально более-менее идет-то. Хотя можно было взломать турели, и тогда бы турель убила бы их всех таким образом. Это, в общем, еще один способ с ней справиться. Остановить ее. Так, как они заметили? Не, может быть... Такие, конечно, есть большие локации, как бы, но они не слишком большие. Привет. Спасибо огромное. Так. Тихо. Погоди, кто там мне показался? Показалось. Ну да видно, как раз по прицелу, что он где-то вверху. А, вот они вверху лежат. Не успели они. Хотя они могут... Сразу же пойти туда, сюда, куда, где меня видели. Они, по-моему, это неплохо действует-то. Готовность, Эми! О! Слава богу, я успел. Патроны взяли так. Ох, никто попал. Да! Что там мажу постоянно? Меня тут кто-то сверху меня может видеть. Надеюсь, нет. Так, у него там стрела была. Так, тихо. Снова эти двое идут. Сейчас мы думаем их снимем таким образом. Ох, блин, сноп. Готово. Все, стрелы у меня кончились. Будем переходить на оружие. Более мощно. Заблокируйте его! Потеряли бойца! Где-то они еще есть. Мне так кажется. Так, со всех собрал я стрелы-то. Нужна поддержка! Я тут один! 40 несок у меня стрел-то мне. Но не очень много, конечно, я все потратил. Я даже не собираю их. Во, еще одну собрал. Было 9, конечно, стрел, но... Я слишком неграмотных и с ними распоряжался. Ну ладно, потом накупим еще.
тебя, пророк. Ну да, вовремя, конечно, ты решил меня прикрывать. Когда я уже с ними справился, я тебя прикрою. Ага, спасибо за прикрытие. Где это прикрытие-то? Я чуть тебя не вижу. Ты, по-моему, там находишься? Где я уже должен находиться? Куда я тебе должен?